Мы продолжаем в преддверии 8 марта рассказывать об удивительных женщинах Славянского района. Героиня нашего следующего сюжета – многодетная мама. Но не только дома для своих детей, но и на работе. Заведующая детским садом номер 2 Анна Костюк более 25 лет отдала любимому делу. Будучи еще молодой девчонкой, она переступила порог этого дошкольного учреждения и поняла, что свою жизнь она посвятит работе с детьми. Вот у меня, как говорят в советские времена, одна запись трудовой книжки. Я пришла в детский сад воспитателем, я здесь работала старшим воспитателем, методистом, теперь работаю заведующей и никуда отсюда не уходила. 26 лет работаю на одном месте. Залог успешной карьеры – это не только образование в престижном вузе. Чтобы достичь высот, нужно быть влюбленным в профессию, как, например, Анна Викторовна. С детьми всегда не знаешь, чего ожидать в следующий раз, в следующую минуту. И дети – это же такие вот как маленькие энергетики, которые что-то новое придумывают, что-то новое все время воображают, фантазируют. И поэтому, конечно, заряжается воспитатель, заряжается от воспитателя, от коллектива заряжается и заведующая. Анна Викторовна – опытный наставник в своем коллективе. Она всегда протянет руку помощи, окажет не только методическую, но и моральную поддержку. Улыбка сильнее сурового взгляда. Так Анна Костюк видит принципы своей работы. Я хочу, чтобы вот мой детский сад «Золотничок», чтобы это было как такой остров счастья, благополучия, удачи. И хочется, чтобы каждый человек, который переступает порог нашего детского сада, ну это сразу вот чувствовал с порога. Общаясь с воспитателем, с любым сотрудником детского сада, мне хочется, чтобы моим сотрудникам работалось хорошо, комфортно, чтобы им хотелось идти на работу. Хочется, чтобы вот эту атмосферу любви и тепла чувствовали родители, чувствовали дети, и чтобы она, конечно же, передавалась детям. Анна Викторовна окружена детскими улыбками не только на работе, но и дома. Она – мама троих детей. А посвятив свою жизнь благородному делу – быть второй мамой. Для сотен мальчишек и девчонок она сделала правильный выбор. Ведь работа с детьми стала смыслом ее жизни. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».